Ключи Надежде Лапшиной вручили прямо во дворе дома, чтобы она своими руками открыла дверь в собственную квартиру. Поддержать счастливую обладательницу жилья пришло все ее многочисленное семейство. За 23 года, что Надежда стояла в очереди на получение квартиры, дети выросли и подарили ей внуков. Администрации пришлось подыскивать жилплощадь уже на 6 человек. Здесь у нас находилась служба участковых. Располагались, им предоставили взамен другие помещения. Были вложены бюджетные средства немалые на проведение ремонта. И человек, который у нас 97-го года стоял в очереди на жилье, стал счастливым обладателем 4-комнатной 90-метровой квартиры. Бесплатно. Перед тем, как передать квартиру владельцам, в ней сделали ремонт. Во всех комнатах поклеили обои, заменили линолеум, установили новые двери, также сантехнику и счетчики. Так что новоселы сразу могут въезжать, расставлять мебель и обживаться. А пока они робко ходили по комнатам и смущенно улыбались. Это 6-я квартира, несмотря на сложный наш период в этом году, который мы предоставляем в этом году бесплатно. Впереди еще у нас целый дом. Впереди у семьи Лапшиных процесс приватизации жилья. Останется ли все семейство под одной крышей или они примут решение разменять квартиру и жить отдельно, покажет время. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.